Чем так воняет-то? Я понять не могу. Странно как-то так. Житель что-то на грядке стоит, ну понятно. Ну запах-то. Жители, вы что посадили эти кусты тут? А, жители? Зачем? Ну, блин, никого. Это бабка сказала! Бабка сказала вам это. Ой, фу! Как это все воняет! Ребята! Она нам задание дала! Ребята, всем привет! С вами я, Коля. И, короче, жители что-то тут. Ой! Посадили вот это как оно, наросты из незера, что ли, ну, короче, который в воду растет, и для зелика он всегда был нужен. Она его посадила теперь у нас, обычно он у нее вонял. Так, сейчас я с этим всем разберусь. Ребята, а вы вообще напишите в комментариях, вы вообще любите фрукты там или овощи? Вот напишите в комментариях, ребята, любите, и напишите, что вы там любите больше всего, там, огурцы, там, морковку, может, картошку там кто-то любит, или, может быть, тот только ягоды ест, например, там, малину, клубнику, а может, арбуз, а? Так, ладно, позвоним бабке. Если ты хочешь получить эту супер-классную и крутую машину, который умеет плавать под водой, перемещаться во времени, летать, то тогда просто поставь лайк и подпишись на канал. И когда ты это сделаешь, она обязательно появится, я не шучу. Просто поставь лайк и подпишись на канал. Алло! Оля! Бабка, чё за дела? Чё за вонь какие у нас в деревне? Какие дела, почём дела, зачем? Зачем дела? Ты нарост этот у нас посадила? Вообще-то он мне нужен, если чё. Ну и сажала бы его у себя, нам-то воняет зачем? А я тебе говорю, я хочу, там и сажаю. Если я сказала жителям посадить, значит, пусть сажают. Ой, ладно, ясно? Все понятно с тобой, как всегда. Для тебя у меня, между прочим, тоже работенка. А, сейчас, не бесплатно. Давай, приходи уже, алло. Не бесплатно. Так, если ты сейчас рот твой не закроешь, сама приду. Ладно, пошел лучше я, ребята, к ней, к бабке домой, спрошу, что она... Какое задание, блин, я вообще, дом себе, ребят, построить могу, представляете? Я вчера еще говорил, что я построю себе дом. А знаете, почему я не могу его построить? Правильно, потому что то дождь, то еще что-нибудь. Теперь, ребята, лютая жара. С утра у нас показывает плюс 35 градусов. Да какая тут стройка? В общем, ребята, пока мой переезд немножечко отменяется. Поэтому надеюсь, что похолодает и ездил. Бабка, ты где? Я где? Сижу где? От жары страдает, ты мне вентилятор так и не купил. О, бабка, я даже на ноге сидишь. Что такое? Жарич. Короче, слушай сюда. Ой, я себе окошко открою. Что? Ты слушаешь, нет? Слушаю. Так вот, у меня, короче, для тебя есть ребята, задание. Смотрите, какая странная бабка. Ей жарко, а у нее камин горит. Камин вообще-то у меня не отапливается. Это он так, как сказать вот это вот? Ну, не настоящий огонь, это как? Декорированный, декорированный, да. Так, ты меня будешь перебивать или нет, ты чего? Слушать? Слушаю тебя. Короче, бабушке надо отлучиться. Куда? Вот, тебе какая разница? В мир иной? Тебе рано да, еще. Да, мир иной, да. Ну что, ладно. Бабушке надо так. Отлучиться. Ага. Ты остаешься за бабушку. Вот ты представь, что ты бабушка Грэнни. Я бабушка Грэнни? Ты, короче, остаешься и должен выполнять мои вот эти вот... Я буду править дела. Миром. Ну да. Короче, в обычные дела, там, что бабушка делает, то будешь ты и делать. А если ко мне кто-нибудь придет, там, мать Мегафоновская, там, какой-нибудь там, этот мороженчик. Ага. Ты, короче, гони в шею, скажи, что у бабушки сегодня неприемные деньги, пошли они все нафиг. Ага, понял, так. Понял, да? Ага. Так, а чтоб ты дела, короче, не забыл? Так. Не забыл. Вот тебе списон. Да ладно, бабки, я и так знаю, что там на жителей покричал, там на деда покричал, там не то, сё и всё. Не надо ни на кого кричать. А чё ты ещё делаешь? Ясно, вот, так вот. Так. И в последнюю очередь, в общем, вот. Если шо, ага. Если шо, ты мне звони. Ладно. Но не часто, чтобы бабушку не отвлекать, потому что бабушке столько дел, что это просто капец. Хорошо, баб. Вот этот книжонку верни, я тебе сказал. Держи. Ребята, смотрите, шторы как закрываются у бабки, нифига себе, технологи. Да, шторы. Интересно, диван сгорит у нее тут? Не, неправда, декорирован, да. Ребят, смотрите, диван не горит. Я тебе говорю, декорированный. Да ладно, давай сюда свою книжонку. Да подожди, я тебе говорю. Бабка, ты же мне за это заплатишь? Ты что, совсем? Ну тогда я буду в твоем доме жить. Так поживи, конечно, я же уезжаю на месяцок. Пока, бабка! Так, подожди ты! Чё? Так, так. Для, и я пошла. Ага, всё, давай. Так, держи свою книжонку, короче, я поехала, всё, давай. Короче, если что, звони там, давай, я ей это... Хорошо. Лучше не звони. Всё, ладно. Пока. Так, привет, бабка, что надо позвонить бабке? Алло, бабка? Алло! Алло, бабка, проверка связи, все нормально? Ты что, издеваешься, что ли? Я больше трубку не возьму, боже знает. Все, пока. Ладно, давай, бабка. Ребята, ну ладно, давайте посчитаем, что это за задание. Даже интересно прям. Так, убрать из подвала скелетов Пеннивайза.
Хорошо, ребят, я даже дальше сейчас читать не буду. Сейчас быстренько все это выполним, и все будет нормально. Так, подвал скелета Пеннивайза. Кстати, ребята, представляете, это получается что? Я буду играть за Грэнни, получается... А что он, интересно, здесь расставил? Может, фотографировал что-то? Все-таки Пеннивайз, ребята, клоун, правда, страшный. Кстати, ребята, хотите, сходим к нему в гости, проведаем, как он там. Давненько, кстати, не было слышно вообще ничего про Пеннивайза. Что там у него? Может быть, вообще... Может, он вообще уже не клоун? Может, еще кто-то? Короче, ладно, так, одно задание выполнили. Фух. Так, надо бабке рассказать, что я выполнил одно задание. Так, алло, бабка! Алло, опять звонишь, что тебе надо-то? А я выполнил одно задание. И что, теперь надо бабке, что ли, звонить? А, тебе не надо мне докладывать? Просто живи, как будто ты бабка Грэнни. Просто живи, не надо названивать, я тебе говорю. Все, хорошо, ладно, все, давай, пока. Ребята, блин, надо, кстати, ей почаще звонить. По-моему, ее это немножечко бесит. А если бесится бабка, это очень здорово и клево. Так, дальше. На третьем этаже развешать, сушить одежду. А как я должен на третьем этаже развешать, сушить одежду? Блин, ребята, а где одежда? А где третий? Ну, это третий этаж. Как я тут что должен где-то развешать-то, блин? Эту комнату грнули. Так, ну я понял. Так. А, вот она. Так, а где одежда-то? А, во, одежда. Так. О, надо будет потом бабке, ребята, еще раз позвонить. Так, сюдым. Так, о, во, одну повесили. Так, это штаны. Это вот сюдым. Так, что тут осталось-то? Так, тут осталось, получается. Блин, ребята, короче, по-моему, все. Правильно? Ну да, или нет. Так, ботинки сюда повесить. Так, штаны. А, вот штаны, ребят, таких желтых штанов еще не было. Так, получается, во. Все развешали. Так, бабки тогда докладывать не будем про это. Давайте читаем следующее задание. Во дворе построить гараж на 2 автомобилей. А. Блин. Прийти к жителям покричать для профилактики. Ребят, смотрите, дальше что написано. Развешать зелье в зелье в арке. Прийти к жителям и покричать для профилактики. Ага. Так, построить гараж для 2 автомобилей. Ага. Надо, значит, бабки позвонить. А, алло, бабк! Алло! Слушай, а гараж что для... надо? А гараж для 2 автомобилей большой или маленький? Да ну какой у меня, что тебе, грузовики, что ли? А с какой стороны построить? А с какой стороны? Ты что, не знаешь, где северная сторона? Нет, не знаю. Ты просто капец, да ты вообще бестолочь, какая ты бабка Грэнни, ты бестолочь! Да я бабка Грэнни, ладно, я построю там, где считаю нужным, хорошо? Давай строй уже, не парь мне мозги, договорились. Ага. Ребята, давайте построим прямо при входе и вот так вот. Потом фотку ей отошлем. Интересно, она будет на меня кричать, нет? Так, отличненько. Сейчас, ребята, мы и застроим, короче, весь вход. Ну, потому что, блин, ребята, знаете, я бы делал все правильно, и как она просила, знаете, только в том случае, если бабка сказала, что за работу мне заплатит. Ну да, по идее, я, конечно, буду жить в ее доме, типа, пока она не вернется. И что из этого? И что, блин, как бы, все равно, мне кажется, надо за эту работу заплатить. Я-то все-таки все равно работаю, ребят, как будто ни было, я, короче, все равно на работе нахожусь. Так. Ой, нифига себе, ребята, что-то я эти блоки ставлю, это получается, может, какая-то защита бабки срабатывает. Смотрите, даже немножечко какие-то у меня там подлагивания, что ли. Что-то как-то странновато, да? Это нифига себе. Так, это получается, будет вход через окно в гараж. Так, отлично. Оп. А тут ворота есть, нет? Сейчас посмотрим, короче, ребята. Но я думаю, что вот такие вот... Thanks. Вот так вот будет вообще в самый раз. Вот так вот. Все. Здесь дальше вот так вот возводим. Так, получается, вот тут вот, ребята, тоже надо вот так вот поставить стену. О, вот так вот, ребята, одна будет заезжать сюда, оп, вставать, а одна вот сюда будет вставать. Так, отлично. Заезд будет здесь, значится, и заезд будет вот здесь, значится. Ага, значит, получается, вот тут вот тоже можно все смело закрывать. Оп, все, сейчас мы это все доделаем. Оп. Кстати, блин, ребята, я только сейчас, знаете, о чем подумал? А если я пойду кричать на жителей? А так я же не бабка. Костюма-то у меня бабки нету. Бабка-то не дала свой костюм. Че я буду от лица бабки кричать? Ну, кстати, это довольно-таки интересно будет, наверное. Ладно, попробуем. Надеюсь, они на меня не обидятся. В конце концов, это бабка попросила, а не я. Так, блин, пока он говорил, вход заезд закрыл. О, вот так вот. Теперь надо поискать. Дверь. Так, блин, вот так. Дверь. Ага, блин. Ребята, нету. Ну, а, вот такие вот ворота поставлю. Вот такие воротины. Так, пойду туда. О, блин, ребята, как родные сидят. Смотрите-ка, вообще отлично. Так, надо сфоткать. Бабка, наверное, будет поворчать. Так, фоточку, оп. Отправить. Ага, так. Надо теперь позвонить. Алло! Алло, бабка!
Это что такое? Это гараж. Я тебя спрошу, это что такое? Ты где мне его построил? При выходе. При каком выходе надо было с другой стороны, бестолковый? Так это же северная сторона, баб. Не, ну это просто капец, это просто ни в какие ворота. Я, короче, приеду, я тебе так по ушам надеру, просто... Бабка, мне еще зельки надо повесить, бабка. Бабка трубку положила. Ой, блин, это же ее комната, это не зельеварка. Ну, блин, ребята, я, знаете ли, я старался. В конце концов, гараж вообще получился четенький. А вот, какая, конечно же, так, а куда развешать? А, вот сюда развешать. Так, а где они, интересно? Так, а где зельки-то у нее? Интересно. Так, здесь нету. Так, тут нету. Так, ребята, здесь, ну-ка. Там тоже. А, получается, свои зельки. Ладно. Так, взрывные, ребята. Хочу вот такие повесить. Вот такие прям разные. Она не уточняла, какие. Значит, может быть, там даже какие-то полезные будут. Давайте-ка посмотрим. Так, зелье исцеления. О, пойдет. Замедление, ладно. Отравление. Ой, нифига себе, ребят. Ой, блин, себя попало еще каким-то зелькой. Надеюсь, все будет хорошо. О, слушайте, ну, вполне нормально. Теперь пойдемте кричать на жителей. Тыри-ты-тыри-ты-тын. Так, отличненько. Я не буду не кричать, короче, я заставлю их здесь убираться. Точно, ребята, все, пойдемте, короче, к этим жителям. Все, я даже знаю, ребята, убраться и убрать эти всякие вот эти наросты из незера. Потому что, короче, это, вон здесь стоит вообще непередаваемое. О, житель, здорово, ну-ка, стой-ка. Здорово! Короче, я теперь Гренни на этот месяц, и я чего? Тебе... Ты да я... Что? Бабка меня назначила Гренни вместо нее. Ага, конечно, да... Ты послушай меня, я тебе задание буду давать. Всего два задания. Какие задания? Ты кто такой, чтобы мне задание давать? Я Гренни. Какая ты Гренни? Ты Коля, иди посмотри в зеркало. Я тебе еще раз говорю, если бабка приедет и вы ничего не выполните, вам хана. Она дала задание посадить нарост. А я вам даю задание убрать эти наросты, убраться в доме. Какой? Я тебя спрашиваю. Ну хорошо, жители, не хотите работать, как хотите. Я вас предупредил. Ребята, блин, короче, по-моему, жители не поверили, что я Гренни. Ну, блин, это их проблема. Я скажу, что я на них покричал для профилактики, только, по-моему, им это не помогло. В общем, ребята, в общем, вот такой вот получился ролик. А вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.